Как ты мог так отстать, скажи мне? Ровно по зелененькой линии шел. Нормально все. Да ровно за мной ехать, это никак не вариант. Я же аккуратно, людей везу. В смысле, все равно все умрем. Не пизди. Ты просто... Сгружайтесь, движемся на 90 азим. За мной, за командировал зеленый. Жесть, 10 метров вперед ушли и уже все слились с зеленкой. Это даже хорошо. Да, кстати, нас не видно вообще. На шопу сразу все перешли. Можно где-нибудь вообще залечь и хрен тебя найдут. На нашей позиции фрит вижу. В нем сидит, да, водитель. Джексон, ты где? Дайте выведу. Не жди. Сейчас я ровно на метку подойду. Да вы там бедный сейчас. Писемель, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, со мной. За мной, это, Исполин. Иду я. Наблюдаю. Вот смотри, вон он. Там пехота сидит, может отрабатывать. Иди сюда, сюда иди. Сюда. Все, не двигайтесь сюда, только Исполин и этот танк уже. Остальное отделение повернулись на 120, смотрят в ту сторону. Там еще пехота. Сейчас кто-нибудь из наших бегает? Особо не шевелится. То есть я, получается, у них с другой стороны сейчас. Побежала пехота. А чё он не взорвался? Не знаю. Еще раз. Не добивай, не добивай, ладно. На 180. Пехотинцы выбирать? Да, все, стрелять, огонь свободен. Сидитесь, растянитесь налево, направо. Бежал в туда, куда мы шли, в ту сторону пехота по азимуту пошел. Убежал, я видел один пехотинец, как минимум. Дай мне ракету еще одну, чтобы для быстрой перезарядки. Ты где? Там он упал, он колеса, видимо. Сука, бикетов с кустами своими. Бил пулеметчика. Отхожу, сейчас к вам приду. Если, если кто-то сидит в кустах, вы его не убьете. Вижу, бегает. Азимут. Я на картах иду. 120. Ну-ка, присядь, покуекай. Ага, ты. Тут еще где-то кто-то бегал, я его видел. Вот. Ранен. Как вот с этого говна танки взорвались все, блядь, и фрик не взорвался, блядь. Вы слышали, откуда выстрелы были? Это ты был рядом? Это по мне было, это по мне. По тебе было? Да. Я скажу, это со 180 был выстрел. Я сейчас перевязываюсь. Отделение потихоньку на 120 вперед. Вижу, вижу противника. Низкий. Это наши, да? На... Они в коричневой форме. Да, в коричневой. Кого губышат? Это 224.
справа от нас. Наши там ребята. Под около пня все, но там наши, да, лежат. Бьем. Они коричневые, а издалека коричневые они. Да, там наш. А стреляли по мне наши? А что за отделение такое? Ну там целое отделение, походу. Это по мне свои стреляли, что ли? 2-4, там есть отделение. Возвращайся, это ПЗ. Ты я боюсь, мне постреляешь. Наша, наверное, мучает. Кто ГБшит-то? Зачем? Мучит, я же говорю, нас. На 230 там наше отделение целое, наше. 2-4 отделения там. Держи с ними, пускай нас не замочит, скажи, что мы... Так и предвижу. У Эфрита больше никого не было, да, я у него здесь сижу? Нет, там есть еще контакты против них. Угу. Ты возле него уже прям? Да. Метра 10 от него. Если будете смотреть с правой стороны. Пускай их там пышет. Бля, они прям нас кипышат, блин, придурки. И по нам стреляют. Чтоб не стреляли. Бля, да скажи им, что... Да, 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 по нам. Я вообще с пацаналки нахуй обратно захуярю. Я от Эфрита на 240 иду, я на вас иду или нет? Да-да-да, это ты, да? Ну, наверное, на картах. Кто кого убил? Живой? Я-то жив, но это не по мне. Вижу пиха, сейчас пих стрелялся с кем-то. Меня видите вообще? Нет. Так, куда-то разрыв с нами рядом был, да? Так, тут противник лежит. Добил. О, так я ушел от вас далеко, получается. Ты же свой огонь был сейчас? Да. Да. Все, пойду на шум. Смешались тут с этими с 2-4, где забираемся, то есть. Так, у них еще есть на кого. О. Кто-то, противник нас видит. Кто слева, блядь? Кто слева? Тут так много, что не знаем, кого и видит он, блин. Так, я кого-то вижу, слышу сейчас. Нас свик догнали, Миха, стоп. Ну я тут с альтой стою. Их плохо слышно, но они на юг отступают, судя по всему. Джексон, ты на связи? Ну, а если их уже плохо слышно, значит недалеко. Джексон. Так, командира нет. Джексон мертв. Я хрен знает, рядом со мной враг или нет, я прилег. Слева. Наш, наш. Где ты, Фрида, находитесь вообще, сориентируйте? Так, отделение наших, видимо, прошло на картах. Да, там 2-3 человека. Все, а короче, наши все. Найдите кто-нибудь. Где, где, где? Но около Эфрита все наши. Вы собираемся у Эфрита, нет? Да, да. Ну, давайте, давайте. Учтите, на юге отделение прошло, скорее всего, наше. Да, наше, они поручили нас. Около Эфрита,
Давайте все бежим туда. Скажите, когда отдохнуть? На 140 там крыша дома торчит, да? Справа от дыма где-то, ну, я не знаю. Да. Думаешь, камыши достанут? Ну да, так, ой, кто бежит по пору? Если у нас на 20. Я, наверное. А, я. Направо посмотри. Да. О, да, ты. Новую метку, блядь, поставили. А что, неправильно? Ну вот, видишь, где моя? А, ну вот, да. Сейчас перейдемся. Во сколько? Четверо должно быть уже. Да, четверо. Где вы? Так, а давай беги на... Над нами прям как фиш вот пролетел. Ну это сэй. Выйди из кустов. О, бежит на юг просто. Во, давай, ну побежал, ну не на стой. На юг, бери просто, если не ошибешься. Вот смотри, бегу к тебе. Вижу. Давай потихонечку пока походим. Сейчас добегу, подожди. Хорошо, до следующего куста сейчас добежим. Ракету кому-нибудь надо? Вахту надо, да, давай. У нас свои уже возле вышки. Мне надо на вас метку поставить. 2-3, отделение хотя бы. Ой, танк один уничтожил, слушайте. У меня заряда есть, если чё. Да у нас еще две ракеты для бежки. Я думаю, мы только подрывными. Ну, а где танки-то стоят? А? А, вон, метка стоит, цели. Да. Слева окоп давно там или что это? Монстр какой. Чё-то стрёмно как-то. Справа тоже еще у нас. Многолагать начало. А, точно, танк-то уничтожен. Лагает. Да, лагает. 700 метров помогает немножко. Ну чё, мы идем дальше? О, трубика вижу. Чё, мы дальше идем или чё? А вот желтая цель, где 3-4 танк цель. Видите? Вот туда и бежим. Не понял, азимут скажи. Командир, азимут. Командир жив? Да. Азимут 130. О, где там водонапорная вышка, что ли? Вот, вот где мы стоим, да, вот этой башни. Вот у нас три метка наша, да, синяя. И на 130 бежим. И там цель наша. Наших надо всех убивать. Надо всех связывать шнурком на этом острове. Ага. Как тебе это дискомфортно? Да. Лагает капец. 700 метров. Кто вдоль заборчика ушел? Я ваш. Брэдбери тоже. Отлично. Я перелажу забор. Простите, у вас там водонапорная вышка, туда ЭКПшка прилетела, я не знаю, своя чужая. Или это миномет, я не знаю. В городе сами на себя метки ставьте уже. Враг, он темный такой, вблизи.
А мы зелененькие. Крита? Полёк, блин. Бьют со ста. Впереди там движение было. Так это где этот наш, хрен. Ёбаный, блядь. Бокет, сука. Что-то хоть эти, как его, не пробивается. Тут АКПшит прям возле нас. Свой. Огород загнали практически. Ай-яй, граната. Так, один дох. Зашел дох. Кто-то из своих КП из дома и убил себя, по-моему, и дом сломал. Пойдем, короче, в триггер все и все. А где ты? Мы же в синем, красном лагуном. Вот. Уже в триггер. В триггер нет. Идите, в триггер идите. В триггер идите, ё-моё. Триггер, в триггер. Убил. Мы не в триггере разве? Разве? А, молодец. Да, в нём, в нём, да. Какие-то наши больше, чем, блядь. Да. Откуда мы начали стрелять-то? Из дома. Эх.